Буэнос-Айресе открылась выставка, посвященная Вуди Аллену. Почти одновременно с публикацией в национальной прессе США письма Дилан Фэрроу. Дилан Фэрроу – приемная дочь Мия Фэрроу. Она сообщила, что Аллен в ее отношении совершал недозволительные законом действия. Аллену 78, его последняя работа, отмечена в нескольких номинациях на Оскар. Его поклонники говорят, что появление письма в печати не может быть простым совпадением. Есть те, кто считают, что творчество и персональная жизнь художника не находятся в линейной зависимости. Один из них – организатор экспозиции. Карьера Мэтра насчитывает 5 десятилетий. Он увенчан Оскарами и призами самых престижных кинофестивалей. В общей сложности сам Аллен был номинирован 24 раза на получение премии Американской киноакадемии. I'm dead broke. Really, I mean, the government took everything. All I can say is you look great. Now who's lying? В один из вечеров Вуди Аллен не явился на церемонию вручения Оскаров, потому что на тот же вечер был назначен концерт в небольшом джаз-клубе Нью-Йорка. Помимо всех его талантов, Вуди Аллен, к тому же, профессионально играет на кларнете. Выставка в Буэнос-Айресе работает до 6 марта.